Друзья, всем привет! Я начинаю новую рубрику на нашем канале под названием «Анекдоты». И сейчас первый анекдот. Поехали! Итак, представим такую ситуацию, что есть отдельно взятая деревня, в ней голод, люди голодают, есть нечего, работы нет, в общем, все плохо. И вот показывают один дом, и там такой диалог между мужем и женой происходит. Жена говорит мужу: если ты сейчас ничего не предпримешь, ничего не сделаешь, то я пойду вон и отдамся шарику. И сейчас нас повествование переносит теперь в лес. На опушке леса собралась группа животных домашних, там кошки, собаки, там коровы, какие-то свиньи. И они совещаются и решают, что делать дальше, как от голода избавиться, как вообще вот эту ситуацию решить. И, в общем, все эти животные решают уйти в лес и добывать еду там себе как-то, то есть жить и питаться там. И вот все голосуют, кто за то, чтобы пойти в лес, и кто за то, чтобы остаться. И в основном все животные голосуют за то, чтобы уйти, и доходит очередь до шарика, и он говорит: а я остаюсь. Его спрашивают: как, почему? А он говорит: у меня тут перспективка нарисовалась.